В городе активно продолжается работа по благоустройству внутриквартальных дворов. Так, асфальт, уложенный на территории одного из дворов по улице Абая, теперь радует не только взрослых, но и маленьких темиртауцев. После того, как сделали дорогу, нам стало удобнее кататься. Тут можно и ходить, и кататься на велосипедах, самокатах. Хочу поблагодарить от имени своего лица и от имени жителей нашего района за предоставленное благоустройство нашего двора. Нам очень приятно, что все-таки руководство города услышало нас, потому что очень много лет, более 10 лет, здесь дорога, двор ни разу не делались, не ремонтировались теперь. Значит, наши дети, наши жители, наши старики очень довольны этим. С состоянием площади ознакомились и депутаты городского маслихата. По их словам, качество дороги на высшем уровне. Я думаю, что это большая радость и для жителей Темиртау. Это также позитивные шаги по благоустройству дворов, естественно, дать. Но здесь самое главное, что качество. Асфальт можно положить, но вы знаете, что если он будет некачественный, конечно, он никому радости не принесет. Отметим, что помимо этого подрядная организация восстанавливает на территории парковку и тротуары.